Тарсисия. Тарсисия, ты мне можешь объяснить, что здесь произошло? Что все это значит? Мы уезжаем. Нас выгнали. Мама мия, Тарсисия, на тебя это не похоже. Мы не сделаем отсюда ни шагу. Это дом наш. Это дом твой. Это дом Марни и Кико. Так что сделай мне должение, Кико. Отнеси чемодан в комнату. И вы тоже, Марни. Слушаюсь и повинуюсь. Да. Значит, мы уедем без тебя, Тони. Эта женщина меня достала. Понимаешь? Минуточку. Она здесь не командирша. Здесь... Отсюда надо уезжать. Эта женщина-змеюка. Она ничего не понимает. Она не слушает, что ей говорят. Кико, мы отсюда не уедем. Мама хочет уехать. Она не в силах оставаться. Мы не можем позволить ей ехать одной. Замечательно. Если ваша мама хочет ехать, скатертью дорога. Я буду жить один в моем доме. Папа, я остаюсь с тобой. Мама, папа прав. Это наш дом. Никто не может нас выгнать отсюда. Глазам своим не верю. Не может быть. Да, мама, да. Либо мы все вместе едем, либо все остаемся. Одну минутку. Одну минутку. Тарсисия. Пожалуйста. Тарсисия. В такой момент мы не имеем права уехать. Не имеем права разъединяться. В такой момент мы должны сплотиться как семья. И мы на самом деле являемся замечательной, прекрасной и крепкой семьей. Ясно? А кроме того, твоя сестра так и не появилась. Мы не имеем права сдаваться. Все согласны? Отсюда нас никто не выгонит. Отсюда нас никто не вышвырнет.